Что думаешь насчет мотоцикла? Глеб, что думаешь насчет мотоцикла? Что насчет мотоцикла? Ну, будешь брать, не будешь? Это что, пок? Вот то, что мы сейчас летели, там это видео, она в скине, что ли, была или нет? Да, ты все верно видел. А, да, ты же был в деревне. О, на ферму падает. Ну, доброе утро. Ух. Сейчас, походу, я... Двое на легендарных парашютика. Ага, только я не могу ничего побрать. Ладно, я взял крем. Предатор. Фига ты уползаешь от меня, как будто ты чел... Это, убегаешь. Ну, как будто убегает, а не уползает. Ну, так. No love. А! No love, гад! Сука. No love, я знаю, что ты слышишь, ты гад. Он хороший человек. Не в данный момент. Поиграйся, поиграйся, перезарядись. Вот же гадость. Вот же гадость живучая. Дробовика, дробовика опять. Все начнется потом. Я передаю привет, пламенный. Даже почему-то убежала. Надо было оставаться. Но он же говорил, что его постоянно с дробовика гасят. А как только ты заходишь, то... То я начинаю. Ребят, меня нет здоровья, тут вот он бегает, мне сейчас пиздать будет. Сейчас, сейчас, сейчас. А я сейчас тебя подлечу, сейчас. Секунду. Только забежим за укрытие. На, во. А чё у меня так рука-то сейчас? А, опять за дробовик взялся, точно. Здесь-то крыша надо мной, короче. Да, 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 да. Он тут где-то сидит. Да, он где-то наверху. А, это этот. Супер опасный противник. Но зато он у лава взял Амакс. Так. Вот если бы я его еще громил и убил, это было бы жестоко. Так. Да, я Макс его. Пожалуйста. Ага, сейчас понесу. Тут Арктика валяется на первое время, может кому-то. Угу. А! Дайте, пожалуйста. Спасибо. А ракет-то не было нигде там, случаем. Спасибо. Ой. Блин, надо было, знаешь, это еще было бы эпично, если бы это было добивание. Добить на улава. Жалко, жалко. Я его посмотрел. Так. Вы знакомы, да? Да, мы знакомы. Почти каждый день в КБ играем вместе. Чё, Глеб, как тебе этот самолетик? Нравится? Чё, ну вот этот.
Ну да, намного лучше выглядит, чем тот обычный серый. Но бизон мне так себе понравился. Он это. Он уголек какой-то. Я лучше тот красный возьму. Уголек. Ну реально на уголь похож. Других ассоциаций не вызывает. Еще есть стимул взять его и назвать так же. Не, ну серьезно. Так что думаешь насчет мотоцикла? Тамплиер получается. Тамплиер получается тоже мифический уголек, да? Да, это. Это мифический. В стороне на городке стреляют. Ага. Там мифическая руда просто. Сели в тачку. Аж машина подпрыгнула. Мопичка с гератой. Так, у него по-любому есть все, что мне надо. И у этого есть все, что тебе нужно. Так, что у меня рука трясется так? Все. Так, иду. Убил нулава и трясется, да? Да, понятно все. Да нет, у меня просто дробовика трясется, что-то рука. А, это чит? Так. Не-не, надо прям добить. Прям. Оружие рядом представляете. Вот, сейчас упадет, да. Эй, чел, ограни. Возьму. Ой-ой-ой. Уху-ху. Слушай, это эпично выглядит, когда оружие есть. Я, наверное, 4-й, 5-й, 6-й раз повторю. Что ты думаешь о мотоцикле? Да ничего не думаю о мотоцикле, зачем мне он нужен? А, тебе не нужен мотоцикл легендарный? Ну ладно. Там каблук едет. Ну пусть попробует подъехать. Угу. По воде пошел. Иисус. Я возьму все-таки дельку. Ну, я не то взял. Илюха, тебе нужен мне АИД? АИД нужен. Тебе что, дать дельку свою? Я уже HDR взял. Я могу взять. Господи. Ты на него прицел поставил. Жестоко. Пошли на другие стволы. Что ж там за сбор хотя бы? А, он. Блин, нормально такая сборка на АИД. Он подходит. Я чё, лох, что ли, как ты? Не. Ты еще хуже. Я согласен. Мне кажется, или там противники все-таки есть? Вот там. Что-то мне. Что, теперь то, что надо взял. Вон. А, вон чё. А увеличенный магазин на снайпера нужен вообще? Кому-нибудь? Есть. Фиолетовый есть. А. А то я его взял и бегаю с ним. Сюда давай. О, ракета. Ой, у меня уже переполнено. Но вон там я видел эту летающий мотоцикл. Да, у Нулава, видимо, всегда будет проклятие, да, Бовик? Как у меня снайпер прям все время. Глеб, я же говорил, там противники. Ты прям и уверен так бежишь. Ты молодец. Я ценю твою храбрость. Тем более я слышу машину нашу. А. Есть вот второй этаж. Это тоже. Убежал вниз. Чух.
блин. Сука. Кто воевать не умеет, тот катается на утюгах, блин. А, это бот. Блин, где тот? А, не-не, он на крыше. А этого забрали здесь? Не, он на крыше, вот. Ну ладно. Сука, он поехал на одиночный, на крыше. Ну, лау, похоже. Пошел вон отсюда. Проще будет вырезаться на большой такой скорости. Ой, блядь, как я попал! Я тебя добью. Даже так уж и быть. Это такое попадание просто феерическое было. Эй, чел, обернись. Все, все. А, он еще разговаривает? Блин, я их не слушаю, что они там говорят. Они ничего хорошего не говорят. Говорили они типа, о, красавчик какой, захерачил. Так, машина. Там на стрельбище так и бегает тот чувак. Сейчас послушай. С ракетницы никогда даже наводки не было, блядь. Да, на не жмет там, блядь, с монетами. Наводки не было, наводки не было, но я попал. Потому что я умею играть. Ну, успокойся, чел. А, ну это да, блядь, игра. С магнитом кстати, играть, кстати, ты прям, да, да, щитом, блядь, играть, конечно, лох. Блядь, то, блядь. Какой ну, а хуль ты умер тогда? Да, да. Хуль ты умер тогда, если ты такой хороший. Ебать, давай иди на один зараж, блядь, посмотрим. Ох, 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 меня зарядил, видел его? Блядь, охуенный чинь, поехали. Даша, поехали. Какой только, блядь, русские могут. Бай. Чувак, я не русский, если что. Глеб. Так, так. Ну, слабо. А теперь сильно да, видит. Да нахуй. Теперь сильно видит. Теперь сильно видит. Вот видишь, Делка делает вообще, бля. Кого-нибудь завалить, у меня ноль. Я еще бегаю с этой зажигой, бля, ноль. Так. Идем добьем его, блядь. А где он не ползал? Где? Где-то тут. А, вот тут. Ой, чел, вы ползаете. Где вы? Сейчас, сейчас, сейчас. Нет лучше добивания, чем с этого с громилы. Не, он сюда не мог залезть. Где-то вот тут. Ага, попал. Поймал меня ловушку. А, вот он ты где. Сейчас, сейчас, вон, вон, вон. Там где-то. Артемо сбивает. Иди мне кого-нибудь завалить, да, ну чё ли, а? Беспомощный всякий. Блин, я хотел с Гамилу что-то попасть. А он что-то говорит хотя бы? Не знаю, ничего не говорит, вроде. Чел, если что, это игра всего-то. Не парься. Заставляют меня включать. Того подняли, короче. Да? Значит, ты его еще раз завали, и мы его еще раз увидим. Но. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Хоть тебя убью, падла. Такая радость. Ой. Я так и не понял, что он там... С нуля, с нуля! У меня вообще по нулям было. Жестоко. О, он там бежит, еще бежит, пошел. Там слева бежит как раз еще один. Вон, вон, вон там. За деревом. Ой-ой-ой. Сейчас иду. Товарик бедный, короче. Бегите, бегите. А, слабо. Там снайпер еще где-то в спине. Сейчас быстро подниму. Да я-то убегу, наверное.
Да. Беги, родной, беги. Беги, не родной, родная, беги. Блять. Сейчас, доползи, доползи, я тебя подниму. Он в упоре, вон. Да, вижу. Да, все, Петрович сдох. Аид тащит. А ты не лох, Глеб, что собрал? А ты заметил, да, какой у меня прицел? Я только сейчас увидел. Я только сейчас увидел, какой у меня прицел стоит. Ты только сейчас заметил, какой прицел стоит у тебя? Да. Блин, я же тогда сразу сказал. Вблизи пытаюсь попасть, не попадаю. Я же тогда смотрю, думаю, блин, Глеб, ты куда с таким прицелом пошел? Жестокий. Смотри, что-то не попадаю. Вон люди еще, люди. Может, на холге тоже поставить? Будет неплохо. Там, короче, снайпер сделал Q, стреляет, и я ему, короче, видео много снял, раз он аж это ушел за поле. Там за камнем еще где-то должен быть. Да. А я лягу. Так. А хер сдавать тебе, куда ты побежал? Я тебя собью. Все. Еще один. Да на тебе, на. Еще один. Да сколько у вас там, ребят? Фига ты, жарить ты хочешь. Давай, удачи. Он тебя хотел пожарить, Глеб, но в итоге ты его огнестойким оказался. И у него патрона вообще не было, я смотрю. Сейчас будет последний там у тебя. Тарзан. Тарзан. Да, я сказал. Я же сказал да. Да, я же сказал. Ще один, блядь, был. Тіло фулка редю, блядь. Один остался. Один остался.